Добрый вечер. Меня зовут Джамиль Гусейнов. Я являюсь владельцем клуба «Лемон». Добро пожаловать в самый модный клуб города Бордо. Место — это прежде всего «Лемон». Это место, которое полюбили все, которому скоро будет 4 года. Сегодня я считаю, что Баку развивается на том уровне, что на него стоит смотреть. Прежде всего, это Бакинская бухта, это наше Каспийское море. Справа от нас это Кристал Холл, который построили, кстати, за 9 месяцев для проведения Евровидения. После, конечно, там проходят большие концерты, там проходили концерты звезд, как Риана, Джей Лоу и так далее. Чуть дальше мы видим нашу гордость, флаг Азербайджана, самый большой флаг. Кстати, недавно у нас был день флага, когда мы все отмечали. С каждой стороны открывается по-своему интересный вид. Flame Tower стала, я считаю, что талисманом города Баку. Вначале мне как бакинцу это не очень нравилось, потому что он затмил Девичью башню. Потому что для нас была Девичья башня, но потом я понял, что тут никто никому не мешает. Здесь история, здесь современность. Поэтому очень приятно с той стороны наблюдать за Flame Tower. Оттуда же мы видим старый город. В принципе, отсюда открывается все самое красивое. HD Fashion приглашает вас в лучший клуб Баку «Лемон». Я всегда говорю, что каждый наш клиент — это VIP-клиент. Потому что клиент — мой клиент. Дается столик всем. Будете ли пить вы чай весь вечер, будете ли заказывать дорогие шампанское, неважно. Вы для нас любимый клиент. Люди любят это место, потому что каждому здесь относится так, как должна относиться в любом заведении. HD Fashion Baku is 11 Club. It's one of the best places in our city, so we will be glad to see you in our club, man. Баку – это клуб «Лемон». Основной богатство – наш шеф-повар. Его зовут мистер Боу, которого мы все очень уважаем. Самое интересное в том, что если ему не нравятся продукты, которые он получил, он не будет готовить. Бонг, он, прежде всего, я вам говорю, это человек, который один из тех, кто управляет кораблем под названием «Лемон». Привет, HD Fashion, мы в Баку. Баку любит джаз. Баку любит музыку, Баку любит живую музыку. Если вы обратите внимание, на сцене стоят музыканты, и все инструменты живые. То есть даже концерт, который проходит в «Лемоне», мы всегда привозим артиста с живыми музыкантами. Я встречался в Стамбуле с одним очень известным ресторатором, который мне сказал, что «А что у вас
в Елевені, розкажет, я слышал про ваш Елевен. Я говорю, то. Он говорит, ну и доминикан цеп. Такого концепта нету, где подают суши, играет джаз, а еще после часа там ночью типа, играет диджей, ты еще концерты там держишь. Нету такого концепта. Мне как-то немножко стало так бы стыдно. И он говорит, а что ты стыдишься? Я говорю, что да, это и есть новый концепт. В современном Баку ночная жизнь, она растет, и я считаю, что Eleven – это революция в ночной жизни. Для нас каждый клиент – VIP-клиент. Мы зажигаем мечту вместе с AG Fashion.